65-летняя Роза Мамбеталиева посвятила всю свою жизнь профессии, от которой зависит судьба не одного человека, а всего государства. Она преподает в начальной школе 44 года. За труд и за вклад в образование детей она была награждена почетной грамотой и званием «Отличник образования». Стать педагогом ее подтолкнула любовь к детям. Я с самого детства мечтала стать учителем, и вот моя мечта сбылась. Свой трудовой путь я начала в Нарыне. Мои первые выпускники – это дети 1969 года рождения. Сегодня мои ученики работают в разных сферах. Есть и врачи, кандидаты различных наук, педагоги. Сегодня я ничуть не жалею, что выбрала именно эту профессию. Еще один педагог, которая посвятила свою жизнь преподаванию, Эльмира Абдурасулова. Она заведует кафедрой кыргызского языка в Кыргызской государственной медицинской академии. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Научно-методические основы преподавания произведений Чингиза Айтматова». И сегодня она в доме своего любимого писателя. Я с раннего детства хотела стать учителем, так как мой отец всю жизнь проработал преподавателем. Он стал для меня примером. Закончив высшее образование, я стала работать преподавателем в вузе. Со студентами мы обсуждаем самые разные литературные произведения. Я люблю свою профессию, я горда тем, что я учитель. Сегодня в День учителя около 70 преподавателей из разных школ и университетов пригласили в дом-музей Чингиза Айтматова, где им были вручены подарки, грамоты и благодарственные письма. Президент Международного фонда имени Чингиза Айтматова Эльдар Айтматов отметил, что аплодисменты учителям должны быть не только один раз в году, а каждый день мы должны ценить их труд. Учитель – это и есть твой второй родитель, и очень хорошие, важные учителя, они остаются в твоей душе на всю жизнь. И те знания, которые они тебе дают, я бы сказал, что хорошие учителя, они наравне с родителями идут. Поэтому надо ценить наших учителей, надо им уделять внимание, им нужно больше помогать, особенно в наше время. И надо знать, насколько важен их труд для общества в целом. Отметим, что ежегодно 5 октября не только в нашей стране празднуется День учителя. Всего в Кыргызстане, по данным на 2020 год, в школах работают 82 тысячи учителей, из них 27 тысяч в городах, 55 тысяч в селах. Мерима Саналиева, Улукбек Абдиев, ЛТР, Бишкек.